телефон и как вставить карту памяти. Возник вопрос, отвечаем на вопрос, показываем. Вот здесь находится разъем. Его так сразу не откроешь. Вот он у вас находится в таком вот положении. Он не открывается. Чтобы его не сломать, вы просто делаете движение вперед до щелчка. Произошел щелчок. Потом открывается. Вот он открылся. Дальше берется карта памяти. Карта памяти ложится в середину. Таким вот образом. Карта памяти закрывается и двигается щелчком. Открываем и щелчком получается вниз. Карта закреплена. Снимаем щелчок вперед, и она вылетела.